Здравствуйте, мои народные! Нынешний понедельник – это не просто старт рабочих будней, это еще и начало недели Масленицы. Печем блины и слушаем нейропрогноз на 11 марта. В Барановичах и Березе днем плюс 3, плюс 2, в городах Каменец и Малорита плюс 2, плюс 4, пасмурно и дождливо. Раньше каждый день масленичной недели был традиционно расписан и строго регламентирован. Сегодня приходится вносить поправку на реальность и учитывать тот факт, что обязательный поход к тёще на блины в другой город или даже область может не состояться. Но кое-что сделать можно. Например, испечь первый блин так, чтобы он вышел не комом, а тонким кружевным солнышком. Съешь такой, и жизнь тут же станет легкой и беззаботной. В Ивацевичах, Лунинце, Кобрине и Пинске плюс 3 возможен слабый дождь. Не знаю, насколько действенны блины в вопросе приближения тепла, но думаю, что стоит пробовать все, и румяную горку из блинов, и сжигание чучела. Если это убедит зиму не возвращаться до декабря, то я тоже в деле. Кулинар из меня так себе, но я готов рискнуть. Осталось только найти добровольцев на роль дегустатора. В Столине и Драгичине плюс 3, плюс 2, в Пружанах и Бресте плюс 2, плюс 3, возможны осадки. Заинтересовался народными приметами. Они советовали присмотреться к вчерашнему дню. Если воскресенье было пасмурным и дождливым, это к ранним грибам. Если канун Масленицы оказался морозным, ждите теплое, но не жаркое лето. Надеюсь, после этой информации вам все еще будут нужны и нейропрогнозы, и их ведущий. С вами был Богдан Заверуха. Вкусных блинов и удачной недели. Увидимся!